можем? Ну, вякать давай. Здравствуйте, царь батюшка. Иван Дураков, корреспондент 39-й правды. Вижу, что не умнов. Ну давай, Ванюша, задавай вопросы, чувствуй себя свободно, все демократично. Царь батюшка, некоторые жалуются на то, что у нас якобы нет никакой демократии, и вроде бы никого не интересует мнение народа. Ну, это клевета. Это чистая клевета, грязная клевета. Пиши. Мы общественное мнение мониторим постоянно, чтобы узнать все желания народные, все чаяния, я бы даже так сказал. Чаяние – это хорошее слово. Конечно. Запиши ее. Вот, например, каждый месяц мы проводим соцопрос на тему я, царь-батюшка, я на свете всех умнее, всех честнее и добрее. В этом месяце 90% ответили «да», ну, в смысле, что умнее, честнее, добрее, а 10% затруднились ответить. Ого, какой прогресс! А ведь в прошлом вопросе 10% ответили «нет». Прогресс – тоже хорошее слово. Да? Запиши. Да, мы не стоим на месте. Идут процессы переосмысления роли моей исторической фигуры. Понимаешь? Фигура у меня историческая, да? Да. И самое главное, что люди, они открыто и свободно выражают свое мнение. Ну да. Выходит, что эти 10% теперь стали лучше к вам относиться. Ну, раз они уже затруднились ответить. Ну, конечно. Кто раньше говорил «нет», теперь уже затруднился. А как им не затрудниться, когда им языки поотрезал? Ты же понимаешь, тут уже любой затруднится. Одним словом, демократия. Да. Тоже хорошее слово. Да. Понимаю. Что ты понимаешь? Понимает он.